Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про монету Сэй и сравним Сэй с Соланой. Поговорим о том, где сейчас находится данная монета и почему у Сэй все впереди. Расскажу также, как подбирать данные монеты на старте до пампа, как их находить и на какие фонды стоит обращать свое внимание. А перед началом данного видео обязательно поддерживайте его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо монеты Сэй. Набирали мы данную криптовалюту в закрытом клубе по 10 центов. Обратите внимание, что сейчас покупать ее я не рекомендую, так как набирать я предпочитаю на днище. До пампа. Да, сегодня я расскажу вам, почему Сэй повторит историю Соланы. Почему у данного проекта все только начинается. И почему колоссальный рост у нас будет. И все сливки снимут участники закрытого клуба. Сэй — это блокчейн первого уровня с открытым исходным кодом. У данного проекта есть уникальный механизм консенсуса, который называется Twin Turbo. В принципе, данный проект решает проблемы масштабируемости. И о масштабируемости мы говорили с вами еще на прошлом бычьем рынке. Мы разбирали проекты, которые решают проблемы масштабируемости. И я говорил вам, что будущее за данными проектами. Биткоин сложно масштабировать. И в криптонаправлении будущее за скоростью и безопасностью. Проект Сэй — это один из таких. Проект Сэй открывает нам новые возможности. И именно поэтому в него инвестировали крупные капиталы. Да, в Сэй инвестировали Coinbase и Jump Crypto. Кто это такие, объяснять не нужно. Я полагаю, что Сэй только начинает свое движение. Постепенно по ходу роста мы закрываем свои позиции. Я полагаю, Сэй покажет себя как Солана. И на этой монете можно будет неоднократно проспекулировать. На данном этапе мы этим и занимаемся в закрытом клубе, постепенно фиксируя свою прибыль. Как же подбирать подобного рода проекты? А здесь все банально просто. Во-первых, необходимо обращать свое внимание на технологию. Во-вторых, если технология сильная, то мы смотрим на инвесторов. Если проект привлек большие инвестиции, то будущее у него будет. Скорее всего, данные люди запампят цену, чтобы потом заработать, впитывая ликвидность хомяков. На данном этапе прекрасно видно, как киты держат цену. Я уверен, что проект будет пампиться и дальше. Проекты с хорошей динамикой всегда были интересны манипуляторам. По подобным проектам разгонялся хайп, привлекались новые инвестиции, и это все выливалось в манипуляции, под которые можно было подстраиваться, действуя так, как действуют киты. На данном этапе альткоин сезона у нас еще не было. Основное движение по Сэй пойдет на бычке, когда биток покажет себя, когда капитализация будет перетекать в альту. А будет это только после того, как биток покажет себя и установит новый АТХ. Как же подбирать подобного рода проекты на раннем старте? На что я обращал свое внимание? И почему дальше буду брать во внимание именно это? Во-первых, проект должен быть залищен на крупных биржах. Во-вторых, мы должны дать коррекцию после листинга. В-третьих, необходимо проверить, кто инвестировал в данный проект. И если имеются крупные инвесторы, то скорее всего данный проект без пампа не оставят. По Сэй все сходилось, именно поэтому я покупал данную монету и рекомендовал набирать ребятам в закрытом клубе. Сэй — это, возможно, Солана 2.0. На бычке данный проект себя покажет. Покажет он себя с лучшей стороны. Именно поэтому часть монет я держу и дальше. Сэй — это не единственный проект, который я набрал.
Я удерживаю куда больше правильных и сильных проектов, которые я набрал в этом цикле. На данном этапе набор продолжается, так как я считаю, что все только начинается. Обратите внимание, где мы покупаем. Мы не бежим на росте. На росте мы постепенно фиксируем прибыль. Часть монет мы оставим в холд, предварительно забрав свое. Возможности еще есть. Все только начинается. Альткоин сезона у нас еще не было. Поэтому, если вы имеете желание схватиться за возможности, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. В закрытом комьюнити вы получаете полное обучение. 4 закрытых курса. И с набором правильных инструментов работаете по моим рекомендациям. Как только я что-то набираю, я сразу отписываю здесь. Все только начинается. Именно поэтому я приглашаю вас пройти этот бычий рынок вместе. Доступ в наше комьюнити оплачивается только один раз. И сейчас цена снижена. Именно поэтому успевайте зайти дешевле, чем остальные. На бычке цена будет повышена. И доступ будет оплачиваться помесячно. Для новых людей, все старые люди, которые присоединились раньше, останутся здесь навсегда и будут получать пользу, которая постоянно добавляется. Все проекты, которые я набираю, я публикую в закрытом комьюнити. Не упускайте возможности, набирайте вместе с китами, и вы окажетесь победителем вместе с ними в конце данного цикла. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!